Добрый день, добро пожаловать на канал Конфуций. Сегодня обновим Ubuntu версии 20.04 до версии 20.10. Открываем терминал. Обновляем систему до самой свежей версии. Вводим пароль. Теперь выполняем полное обновление. Соглашаемся. Теперь необходимо внести изменения в файл. Необходимо изменить LTS на Normal. Нажимаем Ctrl-X. Жмем Y и Enter. Файл сохранен. Запускаем обновление до версии 20.10. Если вы увидели подобное предупреждение, попробуйте команду написать вот так. Ну что ж, сейчас придется перезагрузиться. Компьютер перезагрузился, попробуем еще раз. Обновление идет довольно-таки быстро, так что я не буду ставить его на паузу. Последний шаг. Перед выполнением обновления нас предупреждают, какие пакеты, что какие-то пакеты не поддерживаются, какие будут удалены, какие обновлены, сколько всего надо будет загрузить. Так, в общем, необходимо нажать Y. Так, необходимо нажать буковку D. С Y почему-то не прошло. Для продолжения нажимаем Enter.
процесс обновления дошел до 97%, на все про все у меня ушло примерно 10 минут. Теперь необходимо выбрать, каким образом будет происходить переключение раскладки клавиатуры. Я выбираю Alt плюс Shift. Прошло примерно минут 40, и теперь нам необходимо согласиться с удалением 39 пакетов. Удаление пакетов завершено, теперь нам необходимо перезагрузиться. Соглашаемся. Система перезагрузилась. Давайте проверим, что мы обновились. Заходим в настройки и идем о системе. И видим, что версия у нас теперь Ubuntu 20.10. На этом все. Спасибо за внимание.